Привет, ребята! Вы на моем канале Маргарита. Сегодня ходила к своим родителям в гости. Вышла из дома, пошла по магазину погуляла, по сетимолу. Везде ходила, во все отделы заходила, просто гуляла. Потом поехала к родителям. Прихожу, а около двери сидит большой кот, мейкун. Большой, ребята, а громадный. Он у них как собака, он чужих не пускает домой. Но меня-то он, наверное, все равно знает, я же прихожу, да, с ним разговариваю, да. А до этого пришел электрик. Мама дома одна была с мейкуном, папа в саду был. Вот. Мама говорит, дверь открываю, говорит, кот впереди меня. Заходит электрик, а кот на него как начал вот шипеть, рычать. Мужчина остановился, не знает, что делать. И не может зайти. И мама не может кота отогнать, понимаете? Он как овчарка. Кое-как они его на балкон. Мама оттащила его кое-как на балкон. Мужчина зашел, посмотрел телевизор и говорит, извините, пожалуйста, это у вас что за порода? Это какая-то рысь, что ли? Мама говорит, нет, это не рысь. Это мейкун, говорит. А можно, говорит, сфотографировать? Говорит, я такую кошку в первый раз видел, говорит. Сфотографировал, ушел. Ну и вот, папа пришел, мама рассказывает, он смеется. Потом через 3 дня приходит папина сестра. Кошка, кот ни разу не видел ее. Ну как начал опять рычать. Вы представляете, тетка моя забежала в спальню и выйти не может. А мама не может кота отогнать. Кот рычит, вы понимаете, прям бросается на нее. Потом взяли палку, вот огромную палку от швабры, и давай его гонять. Загнали опять на балкон, балкон закрыли, тетка моя вышла, кое-как чай быстренько прям наспех попила и пошла домой. Вот я к чему говорю это все, ребят. Кошки, оказывается, защищают своих хозяев и чужих не пускают домой. Не все, конечно, не все. А вот порода мейкун, она такая. Вот у меня дома кот есть, да? Я сейчас покажу вам его. Такой кот у меня, вы не представляете. Это такой бандит. Вот кто ему нравится, он ничего. Но если ему кто-то не нравится, он подбегает около него и давай по лазу так корябать. Вот так корябать, корябать. Люди боятся. Представляете, тоже чужих не любит. Наверное, запахи не нравятся ему. Если нормальный человек, да, вот нормальный, нормальный ребенок хороший, он ласковый. Но чуть постарше, да, ну пусть, например, мужчина приходит ко мне заниматься, например, да. Массаж делает мне, массаж. Массажист я имею в виду. Вот. Если массажист не воняет ничем, он ничего. Но если какой-то запах посторонний, все. Сейчас я вам кота покажу, ребят. Подождите. Ребят, вот мой кот. Вот, ребят, вот мой кот. Ой, мой хорошенький. Давай, почешу. Давай, чешу. Давай. Это мой кот. Чё ты, блин, знаешь, такая, что случилось? Вот, тоже набрасывается. Будьте осторожны. Это его домик. Вот домик. Когда ему холодно, он вот так открывает его. Вот видите? Туда. И туда лезет. Давай туда, лезь-ка. Лезь туда. Лезь. А? Лезь. Давай. Давай. Когда не хочет, не полезет. Видите, отдыхает там. Он с гостей приехал. Нас дома не было 2 месяца. Мы были в гостях. В гостях в другом городе. А там квартира, дом большой. А здесь квартирка у меня маленькая, да? И он нервничает. Ему негде разбежаться, негде побаловаться. Лапик. Ой, ты мой лапик. Ой, ты мой маленький котик. Видите, какой злой. Что такое? Что такое? Вот. Видите, какой хвостик у него? Хвостик я ему постригла. Видите, вот, начинает. Все, видите? Все, драться хочет. Вот. Вот это мой котик, познакомьтесь. Котик-обормотик. Ну, что еще могу сказать, дорогие мои?